Так, все. Ну что же, пошлите. А как теперь у нас получается? А где пушки, блин, я не понял, я... Подождите, а... А, я подожди, я же не покупал пистолет, точно. Кстати, нам далеко идти? Не, не очень. Так, 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 что такое? Ничего интересного нет. Ну, давайте... Можно взять дополнительный знак. Кстати, а где все на карте там всякие маячки? Ну, эти. А, вот мы уже подходим. Сигнал колокол находится возле него. Нажмите Е, чтобы вывести из строя неподалеку. А, типа подойти нужно и вывести из строя, да? Меня никто не заметил. А, выполняй приемы. Вы получаете использовать очки, чтобы улучшить или изменить свое. Подожди, а... А что надо делать для этого? Ой, как выйти вот так? А, я что-то не очень ехал. Типа, что-то там, какие-то приемы ассасина, ну... Ну, видимо, все желтенькие такие мигающие, подсвечивающиеся предметы, их нужно. А, ну вот, вот такие вот награды. Почему нет? Конечно, задание же наше. Блин, я скотина, я даже не успел прочитать, что там написано вот только что. Что теперь? Эх. Жди. Там, где тебе скажут. И не болтай лишнего. Жажду служить. А, сложность задания можно определить по индикатору. Я вижу. Чем больше бриллиантов на индикаторе, тем сложнее задание, сильнее враги. Уровень героя также отображается на соответствующем индикаторе. Приобретайте новые навыки и улучшайте снаряжение, чтобы увеличить уровень героя. Ну, это все ясно. А, у вас есть непотраченные очки. Бляха, муха, не успел прочитать. Очков, если начнется бой. Ну вот и началась игра, можно так сказать. Все такие сложности. Ну, простые сложности, можно так сказать. Надо было, блях, мух в сено прыгать. Да как же ты спрячешься? А, все, я вспомнил, вот так. Так, ну чё? Ребятушки, это... Ёпта, не вижу. Все, у меня вроде потерял из виду, да? Да. Так, а вот тут есть, смотрите-ка. Вот такая вот пика, ну или не пика даже, я не знаю, это выступ. Я думаю, с которого мы можем как-то прыгнуть. Ну, давайте попробуем. Так, стоп, подожди-ка. Вот. Все круто. Но я думаю, в реальной жизни бы просто тут бабах был, тележка разлетелась бы.
Как вы думаете, если мы сейчас выпрыгнем и выведем из строя колокол, будет круто, нет? Все, задание выполнено, нет? По яйцам бей, да, так, отлично. Печень вырву. Можно было парировать. Каким будут вас помнить? Че там вывести из строя прохожих, что ли, не понял, что было написано? Господин Гийом де Руссель любезно согласился на наши 40%. От безысходности. А священник? Он передумает. Ваш оптимизм заразителен. Мои люди подготовят груз. Подробности здесь. И чтоб без сюрпризов. Как всегда. И чтоб без сюрпризов, осел. Да что... Блин, капец, круто как было. Вот канави, не ходят в одиночку. Ну? Нам нужно... 1 декабря 1725 года. Ну все, я надеюсь, вы успели прочитать. Много! Убивать надо, пока он не начал орать. Что мы тут делаем? Ведь Север еще жив. Я думал, оглушить нужно. Он убил месье де Лассера. Успеем. Север не главное. Пока что. Идем. Совет ждет отчета. Нажмите 4, чтобы выбрать дымовую бомбу на меню, чтобы... Круто. Ты его напусти! Не попадите в него! Ой, блин. Так, все. Бля, ты нахуй. Все грены просрал. Офигеть. Это спокойно стоит. Ладно, начнем заново, заодно. Так, а куда зелененькие FPS ушли? Что мы тут делаем? Ведь Север еще жив. Он убил месье де Лассера. Успеем. Север не главное. Пока что. Идем. Совет ждет отчета. 4 и потом мы. Всех не обойдешь! Нужен... Пожалуйста, пожалуйста, быстрее, быстрее. Еще быстрее, давай, давай, давай. Пошли! Да иду я. Куда ты, блин? Да куда ж ты, ёп? Отлично. В смысле работать? Используйте очки свое снаряжение. Типа спалили меня или что? Ну и круто, как он незаметно все делает. Тебе не спасти! Вот это было парирование, я думаю. Или я ошибаюсь? О, чувак, спасибо. Надеюсь, ты наш... Ты не наш враг. 3F. 3 франка, я так понимаю. Шутика. Или хрен знает, что там написано было. А ну постой, иди сюда. А?
Черт. Патриоты прицепятся к кому угодно. Смотри, чтоб не заметили. Мы должны им помешать. Помешать? Не попасться, все равно. Фанатиков меньше не станет. Все. Всех не спасешь, щенок. Ты из самого дружелюбия. Терроризирует население. Они могут узнать вас и атакуют в любой части города. Эй, сюда! Реми нашел неподалеку тело месье Арпинона. Ему перерезали горло. Я рад отправить. Что они так сделают? Быстрей. Это ты бежишь?